Без электронной стабилизации. Автонастройка частоты кадров включена. Bluetooth все еще отваливается, не знаю, он просто не работает. Сейчас еще включил электронную стабилизацию в самом телефоне. Посмотрим. Меня больше всего волнует, как будет выглядеть источники света. Обычно в ночной съемке со стабилизацией, встроенной в телефон, источники света в ночной съемке — это просто беда. Режим Pro с фиксированным ISO. ISO на 400 зафиксировал. Скорость автоматически, но тут вижу, 1/30 он выставил. Вот такая вот яркость. И шумы на ISO 400 мне не понять. Их будет видно непосредственно после. Так. Thank you.
Вау, тут уже много ИС-400. Здесь поставлено авто. О, он еще задрал сильнее. Вручную. Что-то тут не так. Вот так, и он должен... Снова на автомате, электронная включена, гимбал, 30 кадров. Кстати, я еще не пробовал ширик. О, это было тяжело, но я смог. У ширика меньше светочувствительность. 1,8 на основной, по-моему, 2,2 или 2,4 на ширике F. Поэтому как есть. Еще немножко без встроенной стабилизации в телефон. Просто смотреть, что из этого вообще выйдет. Кто-то потерял свою игрушку, оставив ее на дереве. Вон там светится. Меня любишь одним огнем.